Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Forza Phone, который продлится с 14 по 21 сентября. Ну что, поехали! И за первое испытание можно получить 55 тысяч кредитов, а называется оно 10 кенгурят. Как вы, наверное, догадались, вам необходимо продемонстрировать технику кенгуру 10 раз. Но чтобы выполнить эту технику, вам необходимо продемонстрировать технику воздух 3 раза подряд в быстрой последовательности. Говоря простым языком, вам необходимо распрыгать свой автомобиль. За следующее испытание можно получить 3 призовых игры, а называется оно «Гипергонщик». Для его выполнения вам понадобится автомобиль категории «Гиперкар». Но чтобы выполнить это испытание, вам необходимо просто победить в гонке. За следующее испытание можно получить призовой автомобиль, а называется оно «Все бы вам игрушки». Для его выполнения вам понадобится автомобиль марки Ford. А также любой из знаков «Опасно» на карте. Ну а потребуется от вас заработать 3 звезды за этот знак. Лично мой выбор пал на прыжок в Байроне. За последнее испытание можно получить 35 тысяч опыта, а называется оно «Верная победа». Для его выполнения вам понадобится автомобиль, который вы выиграли в предыдущем испытании. Ну а потребуется от вас просто выиграть гонку. Ну а главный приз этот Forza Phone — это Xbox Racing Ford Falcon. А на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий Forza Phone, который стартует 21 сентября. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий!